У сквера ровесником, ушедшим в бой, теперь появился хозяин. Следить за чистотой и сохранностью сооружений будет городская дирекция по паркам. Ну, в настоящее время у нас сейчас уже принято 2 человека для обслуживания сквера, который проводит ежедневную уборку. Летом мы планируем поливать, ухаживать за зелеными насаждениями, производить дальнейшее озеленение, высаживать цветы, благоустраивать. Также в дальнейшем планируется у нас физическая охрана. Я думаю, здесь будет большой поток. Здесь есть детская площадка тематическая, что тоже позволит жителям ближайших районов отдыхать. Кроме того, по инициативе дирекции на территории мемориального комплекса появится еще одно строение. Это будет модульное здание. Небольшой административно-бытовой комплекс, который будет включать бесплатный общественный туалет, в том числе оборудованный для маломобильных групп населения. Также туда будет входить пост охраны и помещение для персонала. В штатном расписании предусмотрено у нас 2 человека. Это будут рабочие зеленого хозяйства. То есть в летнее время, в осеннее, летнее, весеннее время они будут ухаживать за зелеными насаждениями, убирать, соответственно, мусор. А зимой просто поддерживать, убирать снег и следить за малыми архитектурными формами. Сейчас за безопасностью гостей сквера и сооружениями на территории наблюдают видеокамеры. Совсем скоро в зоне отдыха появится живая охрана. Патрулировать будут круглосуточно. Юлия Пермякова, Жаргал Сарендашиев. Новости дня.